Даже у самой лучшей бензиновой мотокросы триммера есть один решающий, в некоторых конкретных случаях, недостаток. Это, собственно, бензиновый привод косильного ножа или головы с леской. Это шумно, это пахнет бензином и необходимостью сервисного обслуживания. Развитие технологий позволяет сделать выбор в пользу аккумуляторного привода триммера. А значит, стоит присмотреться к одной из двух новинок в сети магазинов «Купи на дачу». Это модели GM200-101 и GM201-301 от бренда Green Machine. Триммер модель GM200-101. В коробке, собственно, сам триммер, съемная рукоятка оператора, защитный кожух косильной головки, инструкция и гарантийный талон, болт крепления соединительного разъема штанги и универсальный ключ-отвертка. Триммер модель GM201-301. Его универсальность делает содержимое коробки разнообразнее. Здесь две составные части триммера с правой секцией рукоятки оператора, левая секция рукоятки оператора, защитный кожух, подвесной ключевой ремень оператора, косильный нож с тремя лезвиями в футляре, набор ключей для сборки и замены косильной головы на нож, комплект прессующих пластин и удерживающие гайки для работы с косильным ножом, инструкция и гарантийный талон. Начинаем собирать триммер GM200-101 с установки блокирующего болта в механизм сочленения разборной штанги. Затем откручиваем два винта на корпусе привода косильной головы и устанавливаем защитный кожух. Финальная точка – установка рукоятки оператора. Откручиваем зажимной фиксатор и устанавливаем рукоятку на удобную по вашему росту высоту для комфортной работы. После установки аккумулятора можно приступать к работе. А теперь сборка GM201-301. Отвернув 4 болта под шестигранник, устанавливаем защитный кожух. Затем соединяем две составные части штанги с разъемным приводным валом. Здесь у нас верхнее расположение привода косильной головы или ножа. Нажимаем клавишу фиксатора и совмещаем две части штанги. Закрепляем успех зажимным фиксатором. Ослабляем 4 винта крепления рукоятки оператора и совмещаем с выбором нужного угла установки две части рукоятки оператора. Затягиваем винты шестигранником. После установки аккумулятора можно приступать к работе. Модель триммера GM201-301 – инструмент универсальный. В комплекте, кроме косильной головы под леску, есть косильный нож с тремя ножами. Поменять режущий инструмент легко и просто. Нажать на кнопку блокировки. Здесь не нужен отдельный инструмент для блокировки вала. По часовой стрелке открутить косильную голову. Снять 3 винта малого защитного кожуха при помощи универсального ключа отвертки. Снять прессующую пластину головки и установить вместо нее пресс-пластину ножа. Нож с тремя лезвиями, верхнюю пресс-пластину, центровочным пазом вниз, защитный кожух и фиксирующую гайку. Затем нажмите на блокирующую шпонку и затяните гайку. Вращением ключа против часовой стрелки. Триммер с косильным ножом готов к работе. Кстати, на триммере GM200-101 есть секретная кнопка блокировки вала для снятия косильной головы по необходимости. Конструкция триммеров GM200-101 и GM201-301 не ограничивает вас в выборе аккумуляторных батарей при условии, что это батарея от бренда Green Machine. Вы можете использовать для работы батарею GMA-534 емкостью 4 Ач или батарею GMA-531 емкостью 8 Ач и даже самую емкую батарею линейки GMA-532 емкостью 12 Ач. Продолжительность работы с триммером соответственно изменится в 2 или в 4 раза при незначительном увеличении массы устройства. Аккумуляторы и зарядные устройства необходимо приобретать отдельно и получить доступ к использованию всего парка аккумуляторной техники Green Machine. Две модели газонокосилок, цепная пила, воздуходув и даже кусторез. Триммерная голова модели GM200-101 и GM201-301 с сечением лески 2,3 мм обеспечивает кошение шириной 460 мм. Конструкция триммерной головы с технологией Tap & Go. Длину лески по ходу работы можно регулировать легким ударом косильной головы о грунт. Косильный нож триммера GM201-301 скашивает растения по ширине 254 мм. Для начала работы с триммером GM200-101 прижмите клавишу предохранителя, а затем клавишу пуска привода косильной головы. Можно использовать обычный режим работы привода или режим повышенных оборотов. Выбор при помощи дополнительной клавиши на рукоятке оператора. Управление триммером GM201-301 почти идентично. Передвиньте на рукоятке управления клавишу предохранителя, а затем прижмите клавишу пуска привода. Экономичный режим или режим увеличенных оборотов выбирайте кнопкой на верхней части рукоятки управления триммером.
Модели GM200-101 и GM201-301 благодаря своей конструкции удобно транспортировать к месту работы или компактно хранить. Сложите штангу модели GM200-101, открутив всего один болт механизма сочленения. Разборка разъемного вала триммера GM201-301 не сложнее. Пару оборотов зажимного фиксатора против часовой стрелки и одно нажатие на клавишу замка фиксатора. Вал разобран. Купить обе модели аккумуляторных триммеров Green Machine вы можете в интернет-магазине купинадачу.ру. Станьте участником нашей бонусной программы КНД Club, получите 500 приветственных бонусов при регистрации и кэшбэк с каждой покупки. Воспользуйтесь промокодом КНД10 при оформлении заказа и получите скидку 10%. Также для вашего удобства вы можете приобрести эти аккумуляторные триммеры и другие наши товары в маркетплейсах Яндекс.Маркет, Озон, Wildberries или Мегамаркет.